все те, кто проверял уже эту легенду, просто погибали! Итак, я ее запускаю. Что это? Ты видишь? Малыш? Малыш, это ты? О, черт! Чё творим? Про меня зовут Царь Кионис, и просто сразу же приподписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою Суприм Банду, ведь поди ты же знаешь, перед ними Суприм Банда будет над всеми. Кто не с нами, тот под нами, и как вижу, про тебе не очень нравится быть под нами. Так что быстрее подписывайся, чтобы быть замысленной банде на Ютубе. А также сегодня со мной видео снимает Настя. Привет! И Суприм Банда, многие из вас знают про мультфильм Барбоскины. Но многие ли из вас знают, что песня из этого мультфильма не такая уже безобидная, как кажется? В этой песне есть зашифрованные слова, которые просто бросают меня в ужас. И сегодня, банда, мы вместе с вами их услышим. А также ходит легенда, что именно эту песню нельзя слушать 3 часа ночи. Ведь все те, кто проверял уже эту легенду, просто погибали. И именно поэтому, банда, сегодня в 3 часа ночи мы ее послушаем. Надеюсь, что с нами будет все хорошо. А тем временем, бро, давайте на это видео наберем 30 лайков! И тогда я в 3 часа ночи послушаю ту самую запрещенную песню Маши и Медведя. Так что, бандит, скорее ставь лайк, а также подписывайся на мой инстаграм и на инстаграм Насти. Ведь в инстаграмах банды мы общаемся со всеми вами. Подпишись на нас, напиши нам в директ и все, жди. Уже совсем скоро мы отдадим именно тебе. Так что, бандит, скорее, все ссылки в описании, ставь лайк. А мы тем временем ждем 3 часа ночи, чтобы послушать эту проклятую песню. Погнали! Итак, Суприм Банда, надеюсь, вы готовы, на часах уже 3 часа ночи. По легенде, именно в это время я уже могу слушать эту проклятую песню. Давайте же это сделаем. Итак, для этого мы запустим мою программу для монтажа, чтобы прослушать обычную версию и замедленную. Потому что именно в замедленной версии все очень хорошо слышно. Для начала давайте послушаем обычную версию. Итак, я ее запускаю. Обычная песня Барбоскины, все вы ее услышали. Слышите? Вы, наверное, ничего не услышали, банда, именно поэтому подготовил замедленную версию. Давайте теперь ее послушаем. Окей, включаем замедленную версию. Черт, я так переживаю. Итак. Не знаю, ли вы услышали, банда, но сейчас я вам расскажу. Вместе с этой песней сейчас буду вам петь. Я пришел, я тру, я проклят. Просто вдумайтесь, банда, какие жуткие слова. А теперь послушайте саму песню, вы сейчас сами уже их услышите. Это просто жесть. У меня прям мурашки по коже. Окей, тем не менее, именно эту замедленную версию нам нужно слушать весь час. От 3:00 до 4 утра. Давайте же будем это делать, посмотрим, что со мной произойдет. Господи, нам нужно слушать эту песню целый час. Я не знаю, ли я выдержу с этим. О, черт. Господи, как же это жутко, ты что скажешь? Это ужасно, и это смотрят дети. Да, я с тобой согласен, реально очень страшно. Черт, слушать всю эту песню на протяжении часа точно мне вынесет все мозги. Тем не менее, банда, я готов все ради вас. Надеюсь, сегодня что-то произойдет интересное. И все же она все еще продолжает играть. Господи, я не знаю, ты выдержишь весь час этой песней? Нет, я не выдержу, музыка нагнетает. Да, она просто ужасная. Окей, банда, не знаю, что будет дальше, но мы продолжаем ее слушать. Нужно включить ее заново. Я пришел, я труп, я проклят. Это просто жесть, от таких слов реально мурашки по коже. Очень странная песня. Ты как думаешь, произойдет что-то сегодня? Я думаю, нет, просто музыку послушаем и все. О, черт, не знаю. Она такая ужасная. Господи, банда, советую этого не проверять. Потому что если даже сегодня ничего не произойдет, то точно на мозги вынесет эта музыка. Тем не менее, мы продолжаем это слушать. Это просто какой-то ужас. О, черт! Куда делся свет, банда? Электричество пропало, держи камеру. Ну, давай. О, господи, это такая жесть. Просто пропало электричество. Посмотри, ноутбук не работает. Неужели это все случилось из-за песни? Окей, идем читку, нам нужно все это включить. Это такая жесть, банда. Что-то уже начинает происходить в 3 часа ночи. Итак, я запустил. Вроде бы электричество должно пойти.
появиться, давайте проверим. Да, отлично, свет есть. Давайте теперь продолжим слушать песню. Напоминаю, что нам эту песню нужно слушать целый час. А что это? Почему нету звука? Музыка же играет, посмотри. О, черт, что это происходит? И звук на 100. Что это, банда? Уже какая-то мистика происходит. Ты слышала это? Да. О, господи, там кто-то был. Эй, кто здесь? Здесь кто-нибудь есть? О, черт, ты же тоже это слышала. Да, я слышала, мне очень страшно. Как думаешь, там кто-то есть? Не знаю. О, господи, кто здесь? Выходи! Черт, банда, неужели ты, барбоскины, пришли ко мне домой? Тем не менее, давайте войдем туда. Эй, кто здесь? Кто-нибудь? О, черт, что здесь произошло? Это 100% кто-то уже все поломал. Кто здесь? Выходи, мы тебя не боимся. О, черт, банда. Малыш? Малыш, это ты? О, черт. Что это было? Ты тоже это видела? Да, я видела! Пакет двигался! Возможно, какой-то сквозняк или что? Может быть, мне просто показалось, но я думаю, камера это сняла! О, господи, что это? Ты слышишь? Да. Это просто жесть, почему так громко? О, господи, здесь звук был на 100! Фу, хорошо, что успели! О, черт, что это? Лёша! О, господи, у тебя Лиза здесь, дружок! А у меня? О, черт, банда! Просто посмотрите! Здесь малыши, все они одержимые! Посмотри! На втором там телефоне, это просто жесть, банда, вы видите это? Как это вообще случилось? Что это? О, господи, ты тоже это слышала? Я слышала! Кто здесь? Здесь кто-нибудь есть? Эй! Ой, черт, так страшно! Кто здесь? Отзовитесь! Мы вас не боимся! Ой, черт, что происходит, Настя? Я уверен, что я что-то слышал! Кто здесь? Эй! Окей, нету смысла здесь стоять, нужно быстрее идти включать снова музыку, мы не должны ее прекращать слушать! Это такая жесть, банда! Там реально был какой-то страшный звук! Окей, включаем снова музыку! Черт, она такая жуткая, просто жесть! Я не понимаю, что происходит, банда, уже второй раз какая-то мистика! Первый раз там что-то упало, шевелилось, теперь этот звук! А еще эти картинки Барбоскины, это так ужасно! Окей, мы продолжаем слушать! О, черт, просто посмотрите! Уже скоро будет 4 утра, господи, скорее давай! Там кто-то звонит в дверь! Да, я слышу! О, господи, пойдем посмотрим! Такая жесть, банда, снова что-то происходит! Снова кто-то звонит в дверь, вы слышали? Окей, давайте посмотрим, кто там! Черт, пока что ничего не видно! А что это? Да, господи, Настя, там лежит мяч! Мяч дружка такой же самый, как и в мультфильме! О, господи, просто посмотрите, банда на лестнице! Вы видите его? Я точно не буду открывать эту дверь! О, господи, банда, мне так страшно, просто какая-то жуть! О, черт, что это? О, черт, ты видела это? Да, у меня есть дружка. Да, это он, но как так? А здесь он исчез. О, черт, это реально был он. О, господи, кто здесь? Выходи, мы тебя не боимся. О, черт, банда, дружок, это ты. О, черт, что это? Он же был цел. Просто посмотрите, что с мечом его разорвали. О, господи, похоже, это нам намек, что такое же самое будет с нами. Это такая жесть, банда. Окей, скоро будет 4 утра, нам нужно дослушать мелодию. Идем. Черт, что это с светом? Он выглядит в последнее время. Вообще вырубился. О, господи, быстрее, Настя, нужно идти до света. Что это? Ты видишь? Не знаю, но очень похоже. Просто жесть, банда. Вы видите это? О, черт, такая. Я хочу посмотреть ближе. Нет, стой. Она может быть заразна ни в коем случае. Опять свет вырубился. Что происходит? Нужно включить его как-то. Я пытаюсь, черт. Окей, вот щиток. Ну, давай. Да, я спытаюсь. Окей, готово, я что-то включил. Только телевизор, а посмотри. О, черт. О, господи. Новая надпись, я труп, ты видишь это? Как это вообще? Просто жесть, нужно быстрее валить отсюда. Да. Пока здесь никто не появился, идем. Черт, опять, я ничего не вижу. Ты где? Я здесь. Быстрее идем к выходу, иди на мой голос. Иду, иду. Черт, снова телевизор включается. Посмотри. Я проклят. Это песня Настя. Я пришел, я труп, я проклят. Кто это вообще делает? Вас. Быстрее уходим, здесь слишком опасно. Скорее идем. Нас могут здесь убить. Это такая жесть, банда. Окей, где моя маска? Нужно быстрее надеть, чтобы выйти на улицу. Мы с вами идем просто валим отсюда. Мне просто в это не верится, Настя. О, господи, здесь слишком опасно. Нас чуть ли не убили. Вы видели все, что с нами происходит? Окей, быстрее. Я и подумать не могу.
вдруг, что эта легенда правдива? Акелин закрывает собой и уезжаем, ты готова? Господи, банда! Нас чуть ли не убили в нашей же квартире, вы видели это? И просто в это не верится! Акелин, тем не менее, вот комнаты из прошлого видео! Просто лист, какие шикарные, идеальные комментарии! И просто, ты хочешь послушать видео, всего лишь нужно писать комментарии, и все! Ты уже на новом видео! Акелин, в душе, кажется, приехал! И пропомни одно! Оставайся таким шикарным! Пока!